Привет всем, кто говорит по-русски. Я вернулся с туалетной бумагой. Где я остановился? Наш герой, бог молнии, учир или причина или здравый смысл проснулся в лесу после пьянки. Вот так. Он выпил очень много алкоголя, и он упал. И Бог испит это что-то новое. Боги не спят. Смерть в каждую секунду, и новая жизнь тоже каждую секунду. Солнце двигается, луна двигается, все в движении, все в суете. Когда мы спим, в другой части земли кто-то там работает, и Бог спит, это что-то новое. Но в языке что-то есть, что-то такое, как «он спал, он наш спаситель». Вот так. Думаю, это от того, что вы на русском языке вы верите в Иисуса. Иисус, он там что, умер или спал? Некоторое время он так как просто так вышел. Что-то такое у нас есть. Все думают, что он как-то исчез, умер. Всем это наплевать, вот так. И, как сказать, он проснулся, и он нашел это. Это. Вот. Он нашел это. Это такое растение, сидит в одном месте и кушает. Это как растение, это огонь. И говорит, что боги огня в высшем мире есть наши предки. Они себя назвали Хух-Толпот, синие пятно. Как-то звучит, как я сказал, маленькое, маленькие синие пятно там. И, как сказать, они есть, кушают все. Например, они это тут кушают дерево и образует газ, и потом оставляют, что этот черный такой песок. И ему это по душе, нашему герою это по душе, потому что они, эти боги огня, выглядят как, делают или работают как этот очир. Молния, его молния, магический камень, который, если бросают, приходит обратно. Боги огня тоже делают этот песок и газы, уничтожая, съедая все на своем пути. И он, наш герой, здравый смысл или причина, открыл свой третий глаз и видит, что он убил брата, знакомого брата. И он, его брат как-то одет в какие-то не святые доспехи,
которые были сделаны в нижнем мире. И доспехи ему говорит, что надень меня, я был создан служить, я был создан, чтобы страдать, я был создан, чтобы держать что, оборону, что-нибудь такое. Меня создал богиня страдания Хал. Вот так. И он знает, кто это она. Это та девушка, которая его мучила, держала в этом клетке, сделанной из козлиной шкуры, и она там сыпала что разные яды. Вот так. И он подумал, что она открыла такую, как сказать, силу этой грома, силу грома. И он видит этот новый мир. Мир стал большим и стал очень многое стало обитать в этом мире. В этом мире много страха, это айдеса, силы страха, и в этом мире очень много, как сказать, воючий, как сказать, аромат, что, свободной любви. Все могут этот секс, как сказать, всем угодно, и все рожают, все свое дети бросают на ветер, как растение, и бросают в реку, как рыбы, свои икры, свои дети эти они бросают, и у всех вера, что их дети как-то могут все себя, как сказать, покормить. И идет ожесточайшая, как сказать, такое страдание жить. Вот так. Вообще-то это как сказать, природа. Вот. И он видит природу, и он подумал, что я здесь как-то лишний, меня не ждут. Вот так. Это как буддизм. Например, я эту книжку из хотела украл. Вот там написано On the long journey of human life, faith is the best companion, it is the best refreshment on the journey, and it is the greatest possession. Это говорит слово Будды. Вера в длинную в жизни человека очень важен, и вера – это есть самый хороший друг, вера есть что-то такое освежающее в твоей пути, и это есть самый дорогой, что у тебя есть. У нашего героя, Бога Молнии, самое дорогое это его этот камень. Эта книга говорит, что один бог веры, вера, оно, мы думаем, что это слепое. Вы можете пойти в войну,
веря, что вы не будете, вы не умрете, вот так, вот так. Вы не знаете, что вы умрете или нет, это просто вы верите в, как сказать, что вы не умрете, вы верите в победу и тому подобное. Вера – это какая-то слепая вещь. И можно сказать, что злой человек, странная, как сказать, вещь, зол. Зол на русском означает злая. Почему ты так зол на меня? Вот. Так. Но в монгольском зол это есть, как сказать, хорошее, что-то хорошее. Надо разницу между языками надо понять. Вот он. Злой человек может верить, что он сможет убить своего врага. Вот так. Вера – это не хорошая вещь. Вы понимаете? Не самая хорошая вещь, как говорит этот Будда. А здравый смысл – найти причину вещей или этот учир есть самые, как сказать, важные вещи. Например, within the forest of poisonous Iranda trees, only Iranda trees are said to grow, but not the fragrant Chandana. It is a miracle of Chandana tree grow in an Iranda forest. Likewise, it is often a miracle that faith in Buddha grows in the heart of the people. Есть такое ароматное дерево, дзандан. Это один из самых высокостоящих деревьев в нашем среднем мире, потому что его используют, чтобы сделать ароматные, как сказать, пудры, свечи и тому подобное. Это используется в религии. Что Иранда? Иранда – дерево рицина, или у него есть яд. И с этим ядом они себя защищают от грибов, от насекомых и тому подобное. И говорит, что в мире много этой Иранды. В мире много людей, которые хотят себя защитить от внешнего врага. И меньше людей, которые хорошо пахнут. Вот так. Вот такой он этот там написано. И я вам сказал, что эти дерева росли над учаром, и они сосали яд из его организма, и дерево стало таким большим. Нет, лес стал таким большим. И когда он этот третий глаз открыл, кто-то кричит, слышит большие крики, и спасите, помогите и тому подобное. Он это посмотрел, и вниз ему этот какое-то там маленькое растение, это там помогите, спасите, убивают, вот так. Что случилось? Эти боги огня стали сжигать лес. И учир посмотрел на лес, и учир думает, что есть какой-то нечистый. У него так много яда, и земля тоже темная и нечистая. Вот так.
На этом эти растения этому растет. Он спрашивает, почему я вам должен помогать? Вот так. И растение ему говорит, вы наш спаситель, помогите. Вот так. Учера сказал отставить, и боги огня стали перестали есть, и посмотрел на него, и некоторые говорят, почему он командует? Давай его еще, как сказать, съедим. Вот так. Эти боги огня съедали все на своем пути. И они, еще они, у них было такое, как сказать, такое, что две боги огня в одну стали, и они могут быть большими. Маленькие, но вместе они могут быть большими. Они стали большими, и они хотели его, как сказать, съесть. Но наш герой был такой сильным, что он просто сделал вот так, и некоторых он убил, или некоторые исчезли вообще. И другие ему говорят, он слишком силен. Он сделал, знаешь, что он сделал с сыном Одином? Он его просто так ударил, и он так умер. Значит, этот черный чувак с тремя глазами ужасен. Думаю, нам надо от него убежать. И они убежали в разные стороны. И некоторые остались. И деревья и растения говорят, вы есть наш спаситель. Подумайте, почему Бог дождя и грома спасает растительность? Не знаю почему, но Он их спасает. И они ему говорят, что вы должны встретиться с нашей самой древней деревой. И это наша шаманка дерева. И он пошел встретиться. И он пошел, где была его яма, где он там спал. И над этой ямой растет большая деревья. И она ему все это рассказала, что ее туда и сюда посадила богиня страдания Хал, и она приходила, сидела и плакала, и она уходила, приходила, и на последние моменты они не, как сказать, приходят. И мы от вас яд высасывали, и наш, как сказать, лес стал таким большим, земля стала такой темной, черной. Вот так. И вы есть причина, мы существуем. Вы есть наш спаситель. Еще и вы есть наш отец. Они там такой сказали ему. И мы не знаем, как мы еще будем жить, если вас тут нет. Вернее, спите тут. Помогите, сделайте что-нибудь, чтобы спасти нас. Учился мог бы просто бросать их и пойти выполнить свою миссию, найти свой этот гром.
Но у него было такое новое чувство. Бросать своих детей нельзя, или бросать тех, кто тебе помогли, нельзя. Нельзя быть слепым, как его отец. Бросали детей на войну и, как сказать, жертвовали своими детьми ради спасения себя. Вот этот слепой бог удачи. И он сказал, что я могу, как сказать, я думаю, я могу вам помочь, если я найду свой отчиж гром. И он приказал этим богам огня изменить, как сказать, еду. Вы должны охотиться, не есть этот лес. И они стали, как сказать, охотиться. Говорят, что в вещем мире тоже есть добыча или что-нибудь так можно охотиться. И это очень долгий разговор, думаю. На русском языке я хотел бы это все немножко детально рассказать. Есть причина, почему они это себя называют хух-толбот. Первая причина, потому что у огня в заднице или внизу есть такой синий цвет. И потому что у нас тоже в заднице, когда мы рождаемся, есть синий цвет. Есть такое впечатление, что эти боги огня тоже дети это нашего героя. Но он же спал, он не делал никакой, как сказать, секс. Вот так. Может быть, он эти, как сказать, семечки бросал, когда он был, как сказать, он спал. Вот так. И у него этот, как сказать, сейчас две вещи. Давайте это уберем. Какой новый мир? В этом новом мире Один одержал победу. Его сыны везде доминируют. Потому что девушки не могут сражаться с мальчиками. Мальчики их перебьют. И Один стал контролировать все миры. И тут началась какая-то нехорошая жизнь. Или это стало, можно сказать, адом. В этом, как сказать, было очень много причин. Например, девочки стали убегать из дома, и они стали жить с сыновьями высшего мира и создавали свои, как сказать, государства или миры. Сперва, конечно, великий хан этому хотел помешать, и он попросил этого богиню страданий Хал, или можно сказать Хель, ад, создать вещь, где можно
увидеть все, что делает его дочери. И он, богиня Хал сделала ему, или кого-то превратила в зеркало, магическое зеркало. Это зеркало работает, как сейчас мобильники, и он там это там осматривает, и он этот преступниц, как сказать, узнает, и он говорит, что принесите ее вот так, и они принесли ее, и он говорит, что есть запись. Вот там, что ты там с сыном Одином вытворила? Вот, участная запись. И, как сказать, надо ее как-то наказать и тому подобное. Но в этом, как сказать, деле мешалась ее богиня черной умы. И она говорит, что думаю, надо дать свободу любви и секса всем нашим дочерям. Пусть они уходят и делают свои, как сказать, новые вещи, миры и тому подобное. И они же должны нам, как сказать, перенести что-нибудь обратно, и мы можем вот так любить свободно. Вот так. И там вот только весь мир воняет свободной любви. И это тоже один по вкусу. И они просто так-то сдружились, и мир стал вот таким. Такая природа. Но наш создатель, он же ветеран войны, он же консерватив, он хочет, чтобы уничтожить этих, как сказать, девочек, и хочет забрать свой гром и хочет уничтожить эту госпожу Старояне. Вот так. И он начал свой, как сказать, план, и он стал собирать армию, и всем послал какие-то пропаганды, и он, как сказать, собрал армию. Были, не знаю, какие-то боги, которые ненавидят смерть. Глупо, конечно, но такое было. И он хотел пойти на поход. И он всем говорил, что не надо бояться этого грома, потому что если этот гром летит, как сказать, близко к мне, я могу это удержать, потому что я знаю свою оружие, вот так. И он собрал 33 племен богов, которые хотели воевать с великой ханом. И пока он, как сказать, это думал, как же мне это воевать с противником, у которого есть доспехи, оружие, большие такие технологии и тому подобное. Он как сказать, хотел попросить отца. Вот он и
как сказать, собрал 33 племен. Эти племен назвали монгол. Мы до сих пор не знаем, что за слово монгол означает. Но только середина имеет смысл онго. Это и есть слово духи. Вот он собрал 33 духа. И он хотел пойти в поход. Но у него был, как сказать, страх. И Бог страха пришел и говорит, что тебе надо. Ты меня звал. И он ему говорит, что я не знаю, пойти ли попросить помощь у отца. Отец всегда, как сказать, что-то находит, он же такой умный. Страх ему говорит, знаешь, что я могу видеть будущее, и я могу тебе сказать, что нельзя взять помощь от твоего отца. Ты же знаешь, что случилось прежде. Он же тебе слепой верой, твой третий глаз закрыл и послал на, как сказать, явную смерть. На этот раз что-нибудь такое может еще случиться. И я знаю, что твой отец тебе не поможет. Вот так. Наш учитель говорит, ты лжешь. Ты лжешь. И он этот страх ему говорит, это же у тебя третий глаз, ты же все это чувствуешь, знаешь. Я не лгу. И он открыл этот третий глаз и говорит, да, ты не лжешь, что у тебя еще есть, у тебя есть семья. И страх ему говорит, да, это вещь личная, почему ты это личная вещь суешь? И он убежал. И он думает, но он пошел, как сказать, отцу. И отец ему говорит, я тебе не могу помочь, но скольких ты привел, скольких племен ты привел, я могу сделать благословение им, чтобы у них была сильная вера в победу. И он сделал... Ты говоришь, что ты привез 33, пусть будет вот такая узлы удачи. Пусть будет этот кот или кнут у тебя. Кот это и есть благословение по-корейски, по-киргизски. Думаю, это все на сегодня, потому что у меня там, думаю, закончились батареи.